8 июля, Рим, стадион Олимпико, финал. Казалось, мы попали в Баварию. А команда Аргентины, которую из-за удаления и травм прозвали командой на костылях, все-таки доковыляла до финала. Кубок мира можно вырвать у нас только сердцем, сказал в интервью Диего Марадона. Бодо Илбнер и Серхио Гойкоэче – два самых молодых вратаря чемпионата. И этот футбол лишь эпизодами был похож на игру. Грубо сыграл Гойкоэче. Судья пропускает. В неясной ситуации удаляется аргентинец Педро Менсон. Драма разразилась за 5 минут до конца. Пенальти. В одно мгновение решилось все. Потом, после повторов по телевидению, возникало ощущение, что и на этот раз ошибся судья. Аргентинцы готовы были устроить потасовку, но что это могло изменить?